Несмотря на мороз, у катка образовательного центра «Вершина» собралось множество зрителей. Иначе и быть не может, ведь на льду – чемпионы. Шоу под таким названием в этом году проходит в различных муниципалитетах области в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Настала очередь Красногорска. Для всех нас, и в первую очередь для жителей, это большой-большой праздник, куда приходят, как мы видим сегодня, почти 2000 зрителей, приветствуют громкими аплодисментами. Несмотря на достаточно морозную погоду, приходят вместе со своими детьми, с бабушками, с дедушками. И поэтому еще раз, конечно же, большие слова благодарности проекту «Зима Подмосковье», который много лет назад инициировал наш губернатор. Ледовый спектакль с участием созвездия настоящих чемпионов проходит под руководством заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. В часовом шоу собраны лучшие номера известных фигуристов. Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин им рукоплескали на лучших площадках мира. Свою порцию оваций от красногорской публики получила яркая пара многократных призеров чемпионата Европы, двукратных чемпионов мира Албена Денкова и Максим Ставиский. Они представили номер в стиле ретро, который смело можно назвать историческим экскурсом. Это вальс номер 2 Шостаковича. Он сразу навевает на мысли вот о первом нашем русском, российском чемпионе, пане Николоменькине, который рисовал фигуры на льду. Албена меня оценивает, она жюри, я ее там закручиваю в танцы. История соответствующая, потому что тот самый пане Николоменькин выиграл все соревнования на льду еще Юсуповского парка. Поэтому здесь тоже как парк, открытый лед. Такое ощущение, что у нас здесь не площадка, а озеро какое-то замороженное. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева для своего номера выбрала бессмертную классику. Выступление под знаменитую композицию из балета Чайковского «Щелкунчик» покорило публику и добавило новогоднего настроения. Впрочем, понравились красногорцам и зажигательные танцы талантливых, но чуть менее известных гостей. Фигуристы Анатолий Сластин и Григорий Забела представили акробатические этюды, а заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков – настоящую феерию с огнем и огромным кубом. Очень нравится. Отличный состав. Звезды. Татьмянина, Медведева, болгарские наши друзья очень понравились. И акробатическое шоу там с огнями, вот со всем этим, прекрасно. Возможность любоваться такими яркими шоу жителям области предоставлена уже третий год подряд. И во многих семьях Путилково уже в традиции наблюдать за выступлениями талантливых фигуристов прямо во дворе своего дома. По белому свету ждать.